Все для домашних питомцев. От органических продуктов питания до модных нарядов и зарубежных зоотуров. В Сенгане открылась международная выставка товаров и услуг для домашних питомцев. Подробности далее. Как сделать жизнь домашних питомцев более качественной, комфортной и даже стильной? Посетить ежегодную международную выставку товаров и услуг для животных, утверждают ее организаторы. Более 150 местных и зарубежных экспонентов предлагают лучшую собачью еду, кошачью моду и даже турпоездки, в которые животные могут захватить и своего владельца. Количество семей, которые решаются завести четвероногого друга, с каждым годом только растет. Так же, как и ассортимент товаров. Рост рынка зооиндустрии в Сенгане примерно 20-30%, хотя официальной статистики нет. Думаю, что большой вклад в этот рост несли производители высококачественных зоотоваров, таких как натуральный и органический корм для животных. Новое направление в зооиндустрии – китайские растительные лекарственные средства. Они могут стать альтернативой ветеринарным клиникам и помочь хозяевам предотвратить животные недуги. Мой пес ранее молод, ему 11 лет. На ярмарке мы ищем полезные добавки для его здоровья. Сейчас я не разрешаю им бегать по лестнице, так как его сустав очень чувствительный и склонный к травмам. Хотелось бы предотвратить развитие болезни. Большой популярностью на выставке пользуются совместные с питомцем фотосессии от профессионала. Но теперь не только вы можете фотографировать своего питомца, но и он вас. Это уже не будущее, а настоящее. Теперь вы можете попросить свою собаку стать вашим фотографом, а потом взглянуть на то, как она вас видит. Это очень хороший интерактивный момент, я думаю. И уверена, что владельцы домашних животных захотят иметь камеру, позволяющую это сделать. И самый последний тренд. Турфирмы, которые организуют ваш отпуск так, что вам не придется разлучаться со своим любимцем. Здесь организуют его ветеринарный осмотр и подготовят необходимые для путешествия документы. Многие люди любят своих питомцев так же, как своих детей, и они не хотят оставлять их в городе на время путешествия, причем ни в специальных отелях для животных, ни с нанятыми помощниками. Тогда они приходят со своими животными к нам, чтобы мы помогли им совместно отдохнуть. В Сенгане домашних животных содержат около 10% семей. Предпочтение, конечно, отдают собакам. Их примерно 250 тысяч. Кошек немного меньше – 170. Это официальные данные за 2011 год. Специалисты предполагают, что сейчас их количество существенно увеличилось. Татьяна Климова, CCTV.